Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. На днях младшей дочери Игоря Крутого, Александре, исполнилось 18 лет. Во взрослую жизнь девушка вошла со своими родными и близкими, и вчера композитор решил показать в своем блоге, как прошло празднование совершеннолетия его любимой наследницы. Праздник девушки получился очень оригинальным. Вместе со своими родителями, старшей сестрой и ее дочкой Дэми она отправилась на морскую прогулку. А малышка Дэми с дедушкой даже посвятили имениннице целое выступление. А ты поздравила Сашку с днем рождения? А деда? Дедушка мой, родной дорогой, тебя поздравить хочу песенкой. Сегодня твой праздник, с тобой друзьям, среди рождения, рядом семья. Все, что же не есть у меня, мы, одна большая семья. Все, что я поздравить хочу, дедушка, тебя я люблю. Ура! Вау! Ну давай, шампан. Мам. Давай, поздравляю. Отмечаем день рождения Саши. Под роликом Игорь Крутой немного рассказал о семейной традиции, вспомнив своих родителей. Мой отец очень любил, когда вся семья собиралась за одним столом. Все обожали лето, потому что именно летом к нам в Гайворон приезжали папина сестра и брат со своими детьми, мамина сестра, бабушки, и счастливее нас на свете не было. Мы купались и загорали на Южном Буге, при этом уплетая все домашние вкусности, приготовленные бабушками. Во мне сохранилось желание усадить всю семью за один стол, но, к сожалению, это стало очень сложно, все разбросаны по всему миру, у каждого свои планы, и собрать нас могут или большая радость, или, не дай бог, большое горе. Но отпуск – дело святое, и потому, заранее спланировав, мы путешествуем, заодно отмечая свои дни рождения, в семье много июльских. Никогда и никого я не впускал в свою личную жизнь, но с появлением в моей жизни нашего салона, завеса приоткрылась, и мои подписчики незримо присутствуют на всех наших семейных тусовках, наблюдая, как растут дети и внуки, и как взрослеем мы. Свою «Мамбу крутых» я сочинял для альбома «Без слов», часть 3, именно под впечатлением совместно проведенного времени со своей семьей. Зажигаем! А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.